Дорогие друзья, всем привет! Давно не было такого формата. Тем, кто не знает, просто еду на машине, говорю свои мысли по поводу чаще всего музыки или что-нибудь для музыкантов. Но сегодня речь пойдет о пассивном доходе и о том, как к этому относится большинство музыкантов. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что совсем недавно те, кто смотрит мои соцсети, мои влоги и так далее, знают, что я открыл магазин музыкальных инструментов на площадке Озон. Поэтому, кто хочет, заходите, смотрите, кому интересно. Магазин называется Добронрав. Сразу говорю, что если вы зайдете в Озон и наберете Добронрав, вы ничего не найдете, потому что Озон не выдает по названию. Соответственно, ссылка на мой магазин будет прикреплена под этим видео в описании. Значит, с чего бы начать? Достаточно давно я подбираю инструменты своим знакомым, ученикам и так далее. Что-то покупаю, что-то продаю, обновляюсь, но это было на таком, на любительском уровне. И сейчас, естественно, это все на любительском уровне, не более. Но, тем не менее, я думаю, что мне это поможет сделать какой-то пассивный доход в будущем. Значит, давно я этим занимался, как уже и говорил, но совсем недавно, года два, наверное, я встретил человека, который тоже музыкант. Я говорю про Антона. Антоха, если смотришь, тебе большой привет. Значит, я с ним общался, мы были в нескольких коллективах вдвоем, играли, он замечательный гитарист, вот, играет тяжелую очень музыку. И мы как-то болтали с ним, и я узнал у него, что он открыл магазин на Озон, вот, музыкальных инструментов, потом и дальше, у него есть магазины для учебы и не только, то есть это там всякая канцелярия, как я понимаю, вот, и далеко за ее пределами. В общем, мы с ним разговорились, и я тоже так скептически сначала отнесся к тому, что я думал, ну и он рассказал свою историю, что когда открыл этот магазин музыкальных инструментов, ему пришлось немного меньше уделять творчеству, вот, если не сказать, что совсем забросить. Вот. И я к этому как-то так скептически отнесся, потому что, ну, я хочу заниматься своим любимым делом, мне это все нравится, и ничем больше. Но потом как-то была такая пора, перечень не очень приятных мероприятий, от которых я как бы и мог отказаться, но все-таки финансовая сторона – это не последняя сторона в нашей жизни, к сожалению. Вот. Нельзя все время заниматься творчеством, нужно как бы разделять творческую деятельность, финансовую и так далее. Потому что сейчас у меня родился еще и плюс ребенок, это тоже определенная ответственность. В общем, пройдя несколько каких-то мероприятий, не очень мне понравившихся, я сразу же подумал о том, как бы было бы здорово от них отказаться, вот, или отказываться в будущем. И сразу же меня посетила мысль о том, что для этого нужна какая-то финансовая подоплека, и, так сказать, нужен какой-то, как это, пассивный доход. Я сразу же обратился к Антону, у него была такая услуга открыть магазин Озон под ключ. И, кстати, по-моему, и сейчас тоже есть. Кому интересно, напишите, я могу спросить, узнать. В общем, суть в том, что вы платите энную сумму денег человеку, он ее открывает, он открывает магазин, вот, запускает туда всякие карточки, в общем, все он заполняет, помогает вам открыть ИП и так далее. В общем, все вам помогает, и дальше вы еще ложите деньги на товар. Соответственно, я понимаю, что это получилась такая кругленькая сумма. Мы с женой посоветовались, решили продать одну машину и, собственно, вложили деньги. Я ни в коем случае не жалею, потому что я вижу, что потихоньку все развивается. Так вот, когда я это все открыл, я тоже немного потом скептически к этому отнесся, потому что нужно было выполнять очень много всяких задач. И
немножечко творческая деятельность, она просела в плане, даже, наверное, не так. Время было, но я думал не о музыке, о творчестве, да, а вот этом магазине. Но это время продлилось недолго, примерно неделю, может, полторы максимум. Я все открыл, и Антон мне сейчас помогает абсолютно во всем. То есть он взял определенную сумму, и пока что я эту сумму не окуплю вместе с товаром, да, то есть он будет меня как бы сопровождать. Все подсказывает абсолютно в любое время дня и ночи, поэтому для меня это очень важно. Я бы с этим разбирался очень и очень долго. Думаю, что не один год. Вот. Значит, к чему я это все говорю? К тому, что сейчас мне это интересно, я езжу только за инструментами, чтобы их отгрузить, разгрузить, в общем, посмотреть, как это вообще устроено. В дальнейшем, естественно, я не планирую это делать. Вот. Посмотрим, как это все дело будет получаться. Многие музыканты, многие друзья мои написали, что «Паша, зачем ты в это влез? Это же очень ненадежно, это же будет занимать огромное количество времени». Скажу вам так, что я и согласен, и не согласен. Почему? Потому что, да, это занимает какое-то количество времени, но вас это мотивирует встать пораньше, чтобы сделать какие-то дела, да. Опять-таки, дел, оговорюсь, что их совсем немного. Вот, и то, если вы их не хотите делать, вы можете это передать другому человеку. В общем, хочу сказать, что, опять возвращаясь к музыке и к творчеству, чтобы заниматься спокойно творчеством, какими-то своими проектами, вы должны спокойно себя чувствовать в финансовом плане. Кто-то, может быть, и скажет, что нет, у меня сейчас могут полететь злостные комментарии, но от темы финансовой вы никуда не денетесь, как и я. Вот. Она в нашей жизни занимает большую роль, особенно если рождается ребенок, все равно такую ответственность вы прям чувствуете. Соответственно, чтобы заниматься своими какими-то творческими делами, вам нужно время. Чтобы было время, вам не нужно делать так, чтобы вас везде звали во всякие коллективы. То есть мое мнение, опять-таки чисто мое, если вас зовут во все коллективы, и вы как сессионный музыкант играете, я уважаю сессионных музыкантов, потому что это правда, это хорошие профики, которые приходят и играют все вам с одного, максимум с двух дублей, это, конечно, здорово, но по истечению лет многие сессионные музыканты смотрят назад или вперед, а их, ну, то, что они прошли, конечно, да, это интересно, но то, что будет впереди, у них нет никакой перспективы, потому что они играли каждый раз в каких-то, ну, так скажем, во многих коллективах, все было здорово, но своего проекта нету, своих каких-то финансовых подушек безопасности нету, вот. Поэтому это все немного печально. Опять-таки, у каждого свое мнение. Это сугубо мое мнение. Кто-то, может быть, с ним не согласен. Вот. Поэтому для того, чтобы заниматься, тянуть свои какие-то проекты, этим я упорно занимаюсь, нужно свободное время. Чтобы было свободное время, нужно от каких-то мероприятий отказываться. Соответственно, вы теряете финансовую сторону, да, вот, поэтому именно я и открыл магазин на Озон. Посмотрим, как все будет. Пока что меня абсолютно все устраивает. Не скажу, что я там все богатею или что-то, естественно, нет. И в ближайшее время, в ближайшие полгода, год, не думаю, что будут какие-то большие цифры, но тем не менее уже плюсы есть, вот, и, так скажем, плюсы, которые мне позволят отказываться от какой-то работы. Опять-таки, я говорю про будущее время.
Вот. К чему этот ролик? К тому, что, друзья, не бойтесь заниматься чем-то еще другим. Это вас никак не ограничит в вашем творчестве, в вашей любимой музыке, в вашем любимом деле. Наоборот, даже расширит рамки, потому что появится время. Естественно, если вы будете заниматься от А до Я сами, всем, то, конечно, ничего не получится. Нужны люди для того, чтобы что-то работало или в дальнейшем был это пассивный заработок. 100% нужны люди. Никогда не забывайте об этом. И относитесь к людям так, как вы бы хотели, чтобы они к вам в дальнейшем относились. Это то, что мне нужно забывать. Поэтому, дорогие друзья, музыканты, да и не только, если у вас есть какое-то любимое дело, и вы посвящаете ему все свое свободное время и боитесь чем-то заняться, даже очень интересным, не бойтесь, просто грамотно подходите к этому, и у вас и у нас все получится. Все, друзья, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот такой вот небольшой ролик вышел. Может быть, он немного грустный для кого-то окажется. Вот. Но это жизнь, мы ее живем, не нужно предпринимать всегда какие-то действия. Вот. Ничего не бойтесь, все будет у нас хорошо. Все, друзья, всем пока.